Mentioning my name, we don't like what you say. I don't give a fuck, y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Now I don't give a fuck, don't waste my time for this. Всем привет, с вами канал CryptoLords. Рад приветствовать вас в моем блоге, где мы разбираем интересные перспективные ICO проекты. И сегодня вашему вниманию я представляю проект под названием Искра. Существует огромное количество проблем в нашем современном мире, и согласно статистике, более 1 триллиона долларов США в год тратится на оружие. Примерно 11 миллионов детей умирают каждый год, и больше 80% людей на нашей планете не имеют доступа к медицинским услугам. Согласитесь, это действительно очень и очень серьезные проблемы и довольно обширный список. Если так представить, то, допустим, если взять 0.5% этих расходов и использовать их для помощи детям, тогда можно было решить достаточно большое количество проблем, связанных с детьми и сокращением, так сказать, увеличивающейся с каждым годом детской смертностью. Ведь дети – это, по сути, наше будущее, и участники данного проекта придумали схему, как помогать детям, при этом не прося ничего взамен. Это монета CCOH, крипто, то есть монета надежды. А название фонда, к которому относится данный проект, называется он LUCEM. Он предназначен для помощи детям, но это не простой фонд, так как он имеет такую особенность, как использование криптовалюты и направлен на разработку различных способов и методов с теми детьми, которые в этом действительно нуждаются. Фонд будет помогать медицинским учреждениям с покупкой медицинского оборудования, лекарств и так далее. У фонда есть единственная цель – помочь детям, поэтому все средства будут направлены только на детей. И никуда больше. Разумеется, все это можно будет легко проверить через блокчейн. А что же можно сказать о современных способах благотворительности? Наверное, практически каждый из вас хоть раз отправлял деньги нуждающемуся ребенку. Но мало кто задумывался, а дошли ли эти деньги до него. Ведь такие переводы действительно рискованные, так как вы можете остаться ни с чем, и ребенок не получит пожертвований. Мошенников, насколько известно, сейчас очень много. Мошенников, как известно, сейчас очень много. Проект Искра за прозрачность, поэтому у мошенников не будет возможности вас обмануть. Когда вы будете приобретать токены данного фонда, то ваши вложения будут полностью защищены стоимостью бриллиантов. Что ж, дорогие друзья, на этом первая часть видеообзора о проекте Искра подошла к концу. Увидимся в следующей, в которой мы поговорим о принципах работы фонда. До скорых встреч! Mentioning my name, we don't like what you say. I don't give a fuck, y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck, don't waste my time for this.